Я в последнее время сплю очень плохо. Мам! Все время их слышу. Кого? Мысли. Ваши мысли? Нет. А чьи? Я не знаю. Даже никому не мешаю. Но сижу себе по ночам, пишу что-то. С закрытыми глазами. Мы занимаемся вопросом изучения этой аномальной зоны и контактеров. Это люди, которые имели контакт с другими цивилизациями. И они передают информацию от высшего космического разума. Господь вас выбрал. Вы слышите их. Значит, у вас сила есть. Вы особенная. Ань, ты понимаешь, что с тобой что-то не то? А как вы отнеслись к тому, что ваша жена слышит голоса других цивилизаций? Теперь ты у нас Иисус Христос. Ничего, что я с тобой в одном лифте поеду. Ты вообще-то человечество спасаешь. О чем пытается предупредить нас инопланетяне на пороге колонизации Марса? Есть только один способ остановить гибель планеты. Вы не готовы к полету на Марс. Ты что, любовника себе завела? Ты с чего взяла? Баба с хуй идет, приплясывает. Да ты сошла с ума. Тебя надо лечить. Это мое, это я слышал. Ты че? Ну и что говорят? Говорят, что человечество в опасности и что я должна об этом всех предупредить.